На сегодняшний день мы закончили 325, вернее, возбудили уголовных производств 325, 21 уголовное производство уже закончено, и обвинительные акты направлены в суды. 7 уже рассмотрено, мы имеем 6 приговоров в отношении уклонистов и 1 приговор в отношении председателя сельского совета. К сожалению, все приговоры не связаны с реальным лишением свободы. Вы будете на них подавать? Да.